Владимировна. Ее на трейде. Потому что я запись включила. Вот что бывает, когда у тебя один экран. Да. Сегодня, кстати, Рита сходила на кастомную сложность. У нее там коэффициент 6 с чем-то. Я еще не смотрела, надо будет глянуть, как она что настраивала. Все такое. Интересно. Я... Первый стрим, похоже, был у Риты чисто по психушке. Так, зажечь благовоние возле. Засечь микрофоном, стать свидетелем. Блин, прикольное задание с этим микрофоном. Вот я, пожалуй, его и возьму. Ой, жесть, подфалата. Ключ какой-то не для деревянного дома. Вот посмотрите, это разве для деревянного? Ну куда ты забрал? Ну, ключ, по-моему, другой только в этом, Sunny Meadows. Для деревянного должен быть такой же. Вот как вот для Sunny Meadows. Ну или типа того. Для Славы Мерлу? Для Моргенштерна. У нас шкатулка. Беги. У нас шкатулка. Ой. Бляха-муха, не здесь. А где ж свет? Неужели наверху? Так, призрак, давай. Сейчас я посмотрю. Без этих. Да, наверху. Чепонь. О, косточка нашлась. Вот когда говорят чпонька, сразу понятно, что косточка нашлась. Опа-на. Прятки в порошечной. Ой. Что такое? На втором этаже нет прятки. Закрыты шкафчики? Да, шкафчики заняты, зато есть ширма. Охереть. Началось вот это, да? Приколы нашего городка. Ой, а у меня опять микрофон был включен. Это здесь? Как обычно. Это ватная. Блин. Да он все равно не работает. Нас убивают потом. Не-не, он все равно не работает. Катя. Вот смотри. Прошло, Катя. Вот смотри, меня сейчас в игре не слышно будет. Смотри, меня в игре не слышно же? Нет. Я не знаю, я же тебя сразу замутил. Потому что не настроен микрофон, а сейчас будет слышно. Вот сейчас слышно должно быть. Угу. Да. Он почему-то у меня сразу не срабатывает. А что-то не знаю, у меня ничего нет. Но у меня 1 градус был. О! Мишка, тебе что, уже голову повернули? Уже Марк голову уже, свернули. Да, Мишка уже все. Да, Мишка уже все. Или ты просто без глазиков? Тушите свет, смывайте воду. Нет, он уже с перевернутой. Я сегодня решила посмотреть фильм «Блондинка». Не понял, блядь. Как? Это коридор. Чего? Да. Здравствуйте, блядь. И шо, Софья? Ну да, тут уже 15 градусов. Давай, говори. Шо, блондинка? Это который с Дармос? Да, с Дармос. Нет, это не здесь, что-то мне врешь. Должно засчитаться задание. Вот он здесь ответил, вот, а вот ванна. Здесь. Да какая это ванна? 3 градуса. А чё он мне там ответил? Он что, дурак? Засекло, засекло. Может, он ходит туда-сюда? Давайте дверь закроем, он её тронет. А тут молчит. Короче, если соберётесь её смотреть, посмотрите, пожалуйста. Не смотрите. Не смотрите. Он свет выключил, собака такая. Нет, это я специально, чтобы там это видно. Это такая чебуйня, если на самом деле. Кто бы сомневался. Я пойду погутарюсь с призраком. Просто... Ой. Я так топили, что типа вот будет лазерный. Нормальный фильм про Мэрилин Монро, блядь. По итогу, блядь, свели к тому, что... Ты здесь? Ты рядом? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый?
Ну все, помешали нашему интиму, и мы ушли. Ну он там, душелазерный там был. Вот, короче, свели к тому, что вот она, у нее не было отца, и она во всех своих мужьях видела своего отца. Блять. Типа, чего, блять? Интересно, замечательно. А принесите, пожалуйста, камеру, фотоаппарат. А там и есть... Нет, еще один несите, еще один несите. Ты уже нафоткала? Да, я хотела сфоткать лазерный, в итоге сфоткала пустоту, короче, пиздец. Блин, а... Куда? Где? Вижу. Тронул? Нет. О. Да, блядь, куда ты упал-то? Ой, блядь. Да, я видел. Нет, все-таки пролаги есть, да. Тресненько сделал. Ой-ой, свети, может быть, есть это... Как ее? Отпечатка. А, ну если что, а пишу хорошечку. Да. ЕМП нет. ЕМП здесь вот. Да нет, ничего нет. А, нет. Сейчас странно, он прошел в коридоре и пошел туда, в сторону детской. Нет. Я вам говорю, что он в коридоре. Но лазерный был в ванной. Ну, в коридоре и в ванной. Нас не умираешь. Нам будет весело, если мы будем интеллигент. Нет, это не весело. А? Не... Он игрушки перемещает. Он наступил в ванной. Я слышал. О, реально. Он медведя принес зачем-то вниз. В смысле вниз? Я его в коридоре оставляла. Вот он. Нет, иди сюда. Ну ты смотри, смотри какой, а? В столовой. Ой, медведь. Не хотите выпить таблетки? Это другой медведь, да. Давай. Потому что тот, который Катя вытащила, он там наверху валяется. Он уже двух медведей кончил. Со свернутой шеей. Арбов не летит. Ну пойдем. Что делать? Так что? А что нам надо сделать? Зажечь, сбежать. Давайте фоткать тогда эту шкатулку. Запускаю. Давай. Да? Давай. Может он там как раз родит какую-нибудь мысль. На второй побежим. Туда где-то, да? На второй побежим. Да в порошечную. А на втором есть прятка? Порошечную? Ну. Только если это не Диоген. Вот это вот проблема сейчас будет, если это Диоген. Да. Короче, есть за ширмой. Где за ширмой? На втором. Справа в комнате ширма? Да. Окей. Вы готовы, да? Да. Yes. Бляха. Он из ванной вышел. На второй? Да. Это что, Диоген? Ух, как. Это Диоген. Я застрял! Он меня застрял. Успокойся ты. Так это проклятое. Хорош. Сказал он, умри. Так он этого не дал, да? Признак. Не, дал. О, да. Точно. Паранормальная. У нас же когда эта шкатулка, у нас паранормальная засчитывается. Все, отлично. Супер. Я научилась выживать от Диогена, ребят. Ура. Да. Все, поставили? Да, ну на самом деле. Поехали.
потому что наконец-то я научилась бегать боком. Не зря на физкультуре тренировались бегать боком. Приставным шагом. Угу. О, аж два задания дня. Я о, наконец-то деньги нормальные дали. Супер. Да, 300 потому что два задания дня сделали еще. Хорош. 75 баксов за два задания, да. Прикольно. Это хорошо, это очень даже неплохо. Так, что тогда закроем второй деревянный? Так, ну я бомж, поэтому... У кого что? Сейчас я добавлю. У кого что? Качала себе, значит, игрушку, где надо в бит попадать и нажимать на клавиши. Такая залипательная... Почему я не готова-то? Я готова. Такая залипательная, я не могу. Пофиг. И мелодию слушаешь, и в игрушку играешь. Прям для меня. Это что за игра? Бит. Сейчас бит. Блин, опять бит стар. Что купить? Это на телефон или на комп? На телефон, да. Так, а что у нас? Софи, что с тобой? Так, распятие, сфоткать призрака, найти детектора ЮП. Ты там потолок оценил? Так, я сразу в генераторную. Ну, хорошо, это так. Хотя она, конечно, такая условная генератор. Блин, мне так нравятся цвета новые, что они немножко стали теплее. Это так прекрасно. Теплее, да. Какую-то глубину такую добавляют в этой картинке. Она какая-то стала такая более настоящая, что ли. Свет есть? Доски нет. Ящиков нет. Это что, теперь всегда так будет? Походу. Читерные ящики. Он где-то тут скрипит. На что, кука или... Где-то. Не понял. Это что за хуйня? Ебатюшки, как говорит наш друг. Это часы. Вот эти часы? Я первый раз слышу, что они работают. Тоже. Ебать. Опа, ЕМП сколько? Пиздец. Два. Вот это нововведение, ребятушки. Это коридор, что ли? Да. Смотрю. Вроде... Ну да, 6-1. Вот это, конечно, красота. Ага, но отпечатков у них нет. Прикольно. Надо дверь закрыть. Софья! А? Иди за косточкой. Я пошла. А где она? А я не знаю. Вот. Где-то на втором, наверное. Тут занято. Где? Порошечный. Блин, плохо. Порошечный, порошечный. А у нас круг, что ли? А я не знаю. Вот комната под лестницей, там это есть прятка. У нас кукла. Кукла? Не комната под лестницей уж? Кабинет ты имеешь в виду, да? Нет. Ну там, где карты Таро обычно. Нет, прятка. В комнате под лестницей на втором этаже. А, короче, там, где карты, там тоже есть. У нас I'm behind you. Поняли. И сразу же ивент. И сразу же ивент. Офигеть. Юкай, что ли? Это, кстати, может быть, юкайство. А ты лазерный поставил, да? Ага. А я не могу найти. Кость? Да. Ну, бросай тогда, я похожу. А подожди, я еще на чердаке не была. Да спроси, говорит, кукла. Говори. Допрос. Хорошо. Я тебя сейчас в голову ткну. Ты призрак такой, это я сейчас тебя ткну. Нож печен, никто не вечен. Пойдем соль сыпанем. Это будет Катина коронная фраза теперь. А тут есть прятка. Тихо! Нету. Какой тихо? А, ну на чердаке тоже эта ширма есть. Там, если добежать, конечно. Бля, а как по привычке не бежать туда, куда надо? Ты с фотоаппаратом, да? Да, я с фотиком.
ту комнату, как тут не бежать? Если просто увидишь лазерной фоткой. Это очень хорошо. Заранее договариваться. Лучше свет, наверное, выключить, я так ничего не увижу. Так я не включала. О, ну-ка. А ультрафиолетиком туда. Да, потому что я не включала его. Не свети. Не. Нихера. Это что, джин, что ли? Опа, ой, наступил. Есть, есть отпечатки, есть. Есть, есть, да, я их даже вижу. Вон, вон. Вон, пошли, на лестницу пошел. Софья, он к тебе пошел. Куда? Наверх. Я вообще-то на первом. А, тогда не к тебе. Чпоньк. О, нашла, молодец. А где? На кухне. А, так джина быть не может у нас. Так. Да. Чё, тварь, блядь. У нас может быть мимик, который, но мы не видели его. Короче, ой, глав столовой. Ой, он там кинул, 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 он там кинул, он там кинул. Он там кинул, кинул. Кинул, кинул, он балку кинул. Давай, беги, 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 беги. Беги, женщина. Нет, мы не успеем. Нет. А у нас только радиосъемник, да? Да. Ну, алло, блядь. Ну, вот чего вот ты летишь и ничего? Вот смотри, вот она катится. И чё, ничего? Серьезно, ничего? Нормально. Так, нам надо сфоткать призрака. То есть это даже не паранормальное явление? Опа. Тупает тут. Ну, не понял. Еще один шажочек. Так, не понял. Температура хулиганит. Нет, ну он здесь. Ты смотри, где работает ЕМП. Смотри, иди сюда. Выходи. Заебись. У нас призрак на улице. Да. Ну да. Он тут. Уезжаем, ребята. Смотри, ЕМП работает на улице. Все, сейчас замолчала. Это значит, что... А два дашь? Два. Да, в смысле, пять. Блять. Ой, у нас блокнот, у нас блокнот. Не фоткаем. Знаю, как вы хотите. Мы немножко просевали. Это, видимо, оно и было, слушайте. Это, видимо, оно и было. Пять эти. Дух полтергейст, мара, морой, диаген. Ну, это на полтера похоже. Вон, оки, да, вот. Ну, пока, да. Это кучку будем делать или... Или не надо? О, да, давайте кучку сделаем. Может быть, она наконец-то сработает, а то у нас ни разу кучка не срабатывает. Давайте только лекарства выпьем. Все-таки дом темный. Мало ли она что. У Софьи из-под руки забрала. Давайте я заодно попробую его. Может быть, сфоткать, если будет ивент. Давайте эти банки все. Где-то тут. Опять? Блин, да ты заколебал. Может, ему не нравится, что мы складываем кучку? Кому нравятся кучки? По одному носите. По два. Я по два. А у меня только один слот. Я, если что, его фоткать буду. О, у нас же есть кухня, точняк. Сейчас мы у тебя ой, тут всё... Ой, пиво всё... покатилось, пиво. Во. Правильно, пиво не должно покатилось. Пиво должно быть внутри. Сейчас такой, пиво. Заебали! Всё, выходим, так выходим. Камеру поставить? Подождите. Так камера тут стоит. Ну, надо вниз ее поставить. Да. Да, на ней видно. Да нет, нет, не видно. Видно, видно. Все. Да видно, видно. Выходите. Свет только включил. А как поставить камеру? Чего? А, ну все. Подождите. Подождите меня. Я поставил. И все. Выходящий свет выключайте. Есть. Двери. Просто какая-то куча дерьма.
Нельзя теперь блокнот разложить, ну посмотрите. Такое Нельзя, негодяйство. да, это галима. Да. Ну давай этот, Полтер, кидай. Не диаген же, в конце концов. Опять, прикинь. Два деревянных дома, два диагена, это будет смешно. Да здесь не совсем удобно бегать, если только на кухне. На кухне, да, надо будет. Да-да. Роли на чердак бежать вокруг коробки манти. Знаменитый бег вокруг коробки. Да-да-да, он самый. Блин, надо было лазерную убрать. А, ну хотя нет, без него не видно было бы. Ну кидай давай. Не надо так делать. Нет, так не видно, наоборот. А, там палочка мешает, я поняла. Палка, да, лежит. Давай кидай, ё-моё. Мне кажется, что это... Да ладно, давайте. Полтергейст. Ой, не полтергейст, а дух. Почему дух? Дух? Не знаю. Потому что часы дрочат. Веник полили? Нет. Нет. Угу. Странно. А нам свет выключали, может это Мара? Нам включали или, свет. Включали? Нам включали. Включали. Может это я была? Нет. Как это ты могла быть? Мы внизу стояли и Илья такой говорит, ну свет-то не включай. Я говорю, я не включала. Ну ты не могла, у тебя, ну ты ничего. Туда не дошла вроде. Давайте брать куклу. Подожди, да, где идти свет на кухню. Вот в этом коридорчике. Вот тут внизу, да. А там получается, вот как заходишь было, слева да. Сразу. Выключатель. Блин, что, не Полтер, что ли? Мне кажется, нет. Давайте. Слушай, там. У меня фотик. Пойдемте заберем со мной эту. Я искренне надеюсь, что это не диаген. Прям настолько его не хочешь, да? Я не люблю вообще диаген. Мне почему-то кажется, что это диаген. Тут такой красивый огонек от зажигалки стал. Ну и иди ты нафиг, не Полтер. Ага. Ну, или он приехал. Зажигалки до сих пор, блядь, не может работать нормально. А чё с куклой? Чё он так лежит странно? Попалась. А куда мы? Где мы будем дергать-то? Ну, нам только сюда там бежать. Убегать можно. А откуда? Здесь это все-таки диаген. С кухни? Да. С гостиной? Я гостиная близко. С кухни все-таки. Гостиная близко, да? Гостиная, да. Ой, с кухни. Надо тут свет включить везде, свет чтобы это... Свет включить. Если что, вот возле такого стола лучше. Где он? Здесь? Да, блин, я не успел. Да я тоже. Еще это... куклу потерял. Это не слишком опасно сейчас фоткать? Ну, дергать здесь. Нет, вы слышали прикол, да? Мы такие, надо свет везде включить, и он нам лампочку выбивает. Ну... Так а чё? Чё у нас по заданиям? Тыркой? Ну, тыркой. Пять куда вы отошли-то все? Давайте возле... Да мы тут. Стоять возле этого стола, если вдруг хотят все-таки диаген. Тыкаю башка. Что-то. Может, не диаген? Рука. Рука. Башка. Сердце. Где он? Он ушел от нас. Это не диаген. Он второй пошел, кстати. Блин, серьезно. Для второго. Немножко потерялся парень. Быстро. Быстро ходит. Морой? Спускается, да? Эй, иди сюда! Эй! Если мы сейчас въебем рассудок, можно проверить. Мы не въебем рассудок, у нас одна таблетка. Нет, надо проебать рассудок. А! Это мы сделаем, это мы без. Че, все? Алло! Все. Да в смысле?
Ну, заебись, послушали, получается. Что делать будем? Ну, мы хотя бы поняли, что это не дети. Ивен! Yeah. Вот он. Блин, зачем ты близко подходишь? Есть фотка. Не подходи никогда близко, когда ты сфоткала, а я не успела сделать скриншот. Пойдемте, выйдем пока. У нас задание сфоткать было. У нас задание сделать превьюшку для видео. Бля, атака! Куда бежит, Катя? Куда? Бежим, бежим вот сюда, за ширму, давай, сюда. Хорош. Садимся, сидим. Охереть. Ушли, блин. Ой, так призрака видно четко на фотке. Меня ничего не видно. Но это не морой. Мара? Mm-mm. Что-то мне кажется, это либо дух, либо полтер. Если это не полтер, кучку не тронул, значит дух, по идее. Ходите. А чё, всё? Да. А, тогда да. Я даже не сожгла. Успеть бы. Ари раскидался. Или всё-таки полтер? Софья! Ты что делаешь? Ты издеваешься, что ли? Я так посидею. Да не, он раскидывал по атаке. Я уже кидаю, мне не важно. Подожди, а то есть кучка сейчас раскинута при атаке, ты хочешь сказать? Да, да, я думаю, да. Он шел за нами. Да, наверное. Блин, ну это не круто. А чё он Кристине жрёт, кстати? Мы можем посидеть. И, кстати, у меня есть предположение, что он уехал из этой комнаты. Просрать свой рассудок и проверить на морое всё-таки. Ну пойдём наверх, посидим за ширму. Пойдём. Ты бы взял? Да не надо. Да, тут нет температуры. Потому что он нас не сожрал, понимаешь? Мы просто там стояли с тобой. Аделья. А, идет. Да я думаю, может с температурой походить. Пиду. Давайте, он внизу, по-моему, пока он поднимется, я успею к вам. Блин, ну это вообще не круто, что он сейчас раскидывает кучку при атаке, потому что фиг мы сейчас проверим на полтер таким образом. Если он сам не кинет кучку до атаки. Блин, это сложно. Ой. Ну да, кучку собирать все равно. Нам, кстати, еще не попался Они. Вот как Они себя ведет теперь новый, непонятно. Атака! Угу. Бегу. Как себя ведет демон, понятно. А вот как себя Они новая ведет, вообще непонятно. Там еще про Джина что-то говорили, я так и не поняла, что там происходит с Джином. А вы уверены, что там происходит? Да. Ну, вон он идет. Это же не Игорь. Там, короче, сейчас тоже пофиксили этого. Джина. Ну это не морой. Нет. Ну можно зажечь палку в его комнате. Главное ее найти, эту комнату. И посмотреть, начнет ли он атаку спустя 2.5 минуты. Или сколько там, 3? Ну, пойдем. Рисковать так рисковать. Ты с термометром, да? Ну он... Ой. Да, он внизу. Атака? Yeah. Это часы тикают. А, это часы тикают, нихера себе. Атака, 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 атака! Атака. Блин, ребята.
часы тикают, часы тикают. Ну сначала часы тикали, а сейчас вот шаги было слышно. Он ускорился? Чучело! Кит! Кит Харрис! Ой, зря я это, ой, блядь. Нет, ну он не ускорился. Ну да. Ну, это не Мара. Почему? Потому что свет горит. А ты куда? А мы не будем искать комнату? Опа, 10. Мне кажется, она в этой комнатке слева. Заходим туда? Да. Давай. Бля, пиздец. Я бегу, бегу, бегу. Ивент, ивент, ивент. Дверь открыта, дверь открыта. Я бегу обратно, бегу обратно. Пойдем. Заебись вообще. Да, 8 и 2, нет, 20, чего, 15, 18, что за херня? А, вон крест поел здесь. О, крест сожран. А может здесь она все-таки? А, прости меня. Он вернулся. Сколько? 11, 10, 8, да, тут походу. О, здесь. Включил, 3. Давай, зажигаем, да блять. Зажигай благовоние. Зажигай, зажигай. Сейчас, секунду, да, зажигай. Да ты заебал. Все, считайте время. Так, считаю, я поставлю. Софья, подстрахуй человека. Я пойду за благоушкой. Выходи, выходи. Да, да не, мы так не поймем же. Так и начнем. Мы ж так не поймем активность. Да-да, да, давай зайдем. Можем сесть в пятку. Да-да-да, я бегу, да, бегу. Пошли наверх. Пойдем. А можно тут сесть? Ну давай тут сядем. Оп. Нас опять убьют. Я могу дверь к нам закрыть. Похоже, дух. Ну, 40 секунд пока прошло. Ну, просто видишь, пока никакой активности. Так бы, мне кажется, уже задрючил. Ага. А, ну? Это можно считать за активность? Так там активность или атака? По-моему, атака. Давай будем ждать, короче. Атакует, не атакует. Обезоруживает духа на некоторое время. Ну да, скорее всего, это про атаку. Не про активность. Короче. Алло! Смотри, он хочет до нас дозвонить. Алло, я слушаю. Что, что, что? Кредит? Нет, не нужен кредит. Так, это, что хотела посмотреть? А. Почнут к фазмофобии. Короче, там что-то про джина было новое. Рита там читала, я просто уже нить потеряла на 40-м, на 40-й минуте видео, как говорится. Про демона понятно, он теперь атакует на 70. Про Они вообще нихера не понятно, он теперь как фантом, только наоборот. Да. Ну, вон мы вчера в лагерь ходили, он без этого атаковал и атаковал. Так, 2 минуты. Решил сыграть нам на флейте водосточных труб. Сейчас он сыграет нам Шопена. Что-то там шат ит даун. Блин, а в стиме должно быть про это. Кстати. Похоже, это дух. 2,5. Опа, как четко. 2,5 минуты прошло. И это ивент. Да? Да. Блин, да? А я остановил. Ну нормально, 3 минуты прошло, мы уже, что там уже считать. Где почнут-то? Алло. Господи, сейчас я, подождите. Чуть-чуть.
Ух, нет, это была атака, у нас свет выключился. Вот тогда, когда он орал, это была атака, потому что у нас свет после этого потух. А чё она такая короткая? Он типа нас не нашел. Дух импотент? Ой, у меня как камера повернулась. Вот как так, у меня ужасно камера повернулась. Мне кажется, это дух, да. Не, ну это определенно дух. Давай оставить духа и после атаки. Да, нет здесь никого. Запомнил, что мы там были. Говорит, я вас там... Ой! Обратно идет. Как они сейчас звуки проработали, ребят. Я слышу строго в правом наушнике, как он ходит. Да, у меня тоже звук меняется. Ой, где-то тут. Смотри, разбегался. Пойдем. Софья, выходим. Да, выходим. Я слышу, что ты там почноуты читаешь. Да, бля. Хватит дверь закрывать передо мной. Что такое вообще? Ходят, двери закрывают, ну что такое? Иху, мы угадали духа! Думаешь, угадали? Да, думаю, да. Поехали. Жин. Поставила духа? Поставили? Да. Поехали. Так, поехали. Едь. Не в призраках. Громкость всех паранормальных. Я зачитываю. Громкость паранормальных ивентов и охот теперь опускается до нуля, если призрак дальше, чем 20 метров от игрока. Ну да, да. Ну так это вроде не только духа касается. О, не только джина касается. Ну, это я для всех зачитываю. Угу. То же самое относится к музыкальной шкатулке. Угу. Броски увеличили коэффициент. Типа они сильнее. Ну вот, мы видим, что после атаки все раскидано. Во время охоты... Так, полтергейст. Бросок они отдали ему. Угу. А, вот как вычислять теперь Софи. Теперь не получается кучку бесполезно строить. Теперь надо следить за вот этим большим броском. У они во время паранормальных явлений сбивается в два раза больше рассудка. Ну, здрасте, приехали. А когда мигает во время охоты, дольше находится в видимой фазе. Типа, редко мигает. Ну, короче, как фантом, да. Да, охотится на 70% рассудка стабильнее. А у Джина способность сливы рассудка может сработать, когда вы находитесь с призраком в одной комнате, либо в радиусе 3 метров. Способность вызывает МП-2 на электрощитке или, ну, генераторе. Не только тогда, когда рассудок слили хосту, а когда это произошло с любым игроком. Вот это, кстати, интересно. И это отследить на кошмаре вообще невозможно. Ну, типа, как там рассудок сливается. Есть такое. Блин, ну это они, конечно, прям... Мне кажется, идеальная катка на кошмаре — это спидран. Спидран со всеми заданиями. Он там наверху что-то дрюкает. Потому что... Косточка в подвале. Почему-то у нас... Мне кажется, он тут. Почему-то у нас он тут, то он дрюкает, да. Во-во-во, отпечаток, стоп, отпечаток. У нас отпечаток, Катя, быстрее. Вот, светите. Так мы сейчас это тогда сразу коридор? Тебе... Коридор? 8,5 в коридоре. Сейчас 4, я включу Геннадия. Да, вот он. Софья, косточка в подвале. Вот еще один отпечаток. Я услышал тебя. Что-то упало. Свет есть. Прятки в гараже, прятки в подвале. Как он дрочит двери. А вы видели, да, что матрас подняли?
Да. Какой? Который в подвале был. Теперь больше места. А что у нас по предметам? Шкатулка. Шкатулка. Ну фу. А в гараже занят, это шкатулка. В гараже свободно. Ага. Гараж и подвал, значит, да? Угу. И ничего нету, да? А, в синий не смотрела. Не знаю. В коридоре точно ничего нет. А, в синий свободно. Отлично. Там надо дверь. Сейчас открою. Блядь, взаимодействие сфоткалось. Надо заново ловить отпечаток. Я же говорю, вот этот приоритет поставили. Подсветили же уже. Ну иди сюда, иди. Да, самое главное, что я что подсветил. Минус. Минус? Угу. Отпечаток, сфоткайте, пожалуйста, быстрее. Я сфоткаю, сфоткаю. Посмотри, есть? Только отпечаток или не отпечаток? Да, да. Шаги, шаги, он идет туда. Да, вот он. В комнату пошел, в синюю. Да. А что тебе надо? Он в прятку пошел, ребята, он от нас прячется. А, смотри, реально в прятку ушел. Дурачок, в прятку ушел. Так, минусы отпечатки, да? Демон, Ханту, Мимик, Джин. Опа! А вот это интересно. Вспомнили про Джина? Здравствуйте, Джин. Орпа, походу, нет. Надо радио проверить. Да, орпа нет. А вот радио надо проверить. Смотри, сейчас свечка потухнет, несмотря на то, что я зажигалку несу. Это они тоже пофиксили, кстати. Да. Ну да. Поняли. Давай. Давайте я поговорю. Ты здесь? Ты рядом? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Господи, это ты там дискотеку устроил? Я думаю, откуда звук этого? Ты рядом? Так, у тебя же есть зажигалка? Молодой. Сколько тебе лет? А, вообще-то там же можно от свечки зажечь. Это не мимик. Кто-то мне кажется, что это хан. Ой, а он свечку затушил, а засчиталось? Да. Блять, а что я несу тогда? Говнюк. Все, осталось сбежать. Типа, давайте ставим эту и слушаем. Ставим шкатулку, фоткаем и слушаем. Да, я предлагаю ставить шкатулку... А, ну, ставить шкатулку рядом с коридором, да, а бежать, получается, с кухни, наверное. Кухня? Да, да. Ну да, ну да. Синюю комнату, да. Ой, смотрите, он тут покидался немножко. Они сейчас все кидаться начали, вот это мне не нравится вообще. Тут в коридоре. Вы готовы, да? Да. Ой. Она прям от двери в ходу. Тише. Ушла. Тише! Зажигай! По-моему, она рил медленнее стала. Нет? Призраки есть. Мне вообще кажется, что это джин. Надо все убрать из рук. Вы убрали? Я убрал. Да. У меня такой агарочек. Или Ханту все-таки. Блин, как двери чекает, а? Или Ханту все-таки. Все. Не. Как будто бы джин вообще. О, и вендала. Ого. Под жопу. Прям как только мы вышли, да. Так, ну чё, берем благовошки, ну, еще раз слушаем. Да. Потому что, ну, похоже на джина, как будто она ускорилась наоборот. Или мне так показалось. Когда на нас шла? Угу. Когда нас увидела, как будто побежала прям в нашу сторону.
Тогда надо прям... Рассудок нам не надо копить? А, ну рассудок сейчас, да? Если выпьем, то получается атака не начнется рано. А нам же как раз атака нужна. Добежать, я думаю, мы успеем до этой, до кухни. Ну, в этот раз она стартовала прям с входной двери. А как ее по батюшке-то? Марша Доу? Гарсия какая-то, нет? Доу. Доу. Тесто. А у меня все это время был включен микрофон. Точнее, он не распознавался, правильно? Нет, он не распознавался, все нормально. Не-не, тут какая-то проблема. Тут какая-то проблема, короче. О, тут Басик появился, вы видели? Да. Он до этого и был. Он просто нечеткий был. А, да? Да. Сейчас хорошо так видно. Опа, так? Нет. Марша? Марша Доу. Двери теребит. Теребунька. Марша? Марша Доу. Эй! Марша Тесто. Сдобный пирожочек. Булочка наша. Ку-ку. Кстати, когда говоришь в игре, тоже, типа, ты у меня сейчас в левом ухе говоришь. София, в каком ухе я у тебя жужжу? Не понял. Что... Не понял. Ты что, не джин, что ли? Джин свет не выключает. Опа, здравствуйте. Все-таки ханту? Что-то не замечено было, что... Нет, это не джин. Джин свет не выключает. Ой. Опа. Мимик. Не-не. Зажга. Или мимик. А на мимика нам нужно что? Призрачный или радио, да? Ну, радио не было призрачного тоже. Марша! Марша, поди на холод, нам проверить надо. Да ну сейчас атака кончится. Ага, кончилась, она там ходит, но атака кончилась. Блин, ну как будто это и не Ханту, как будто это и не Джин, раз он свет выключил. Хотя вот про свет выключил, конечно, вопросы остается. Могут быть. Ну это и не демон. Это слишком слабо. Это и не демон, да. Неужели мимик? Ну, давайте еще ворк поищем, я не знаю. Ну, мы можем, во-первых, встать где-нибудь в гараже, там, в шкафах. И шо? Там послушать, да? Послушать. Давайте слушать. Меня сильно смущает, что он свет выключил. Вообще это похоже на типа на джина, но он как будто свет выключил, уже не похоже. Заебись объяснил. Что очень на мимика похоже. Который кого-то породил. Переезжаем в гараж? Я боюсь, что мы сейчас выйдем, а атака начнется. Вот тут тоже полочка появилась. Или ну, успеем? Давайте, нам все равно надо выйти. Давайте выйдем на улицу сначала, а потом обдумаем. Может, Катя возьмет радио и попробует поговорить еще. И все встали. Всем страшно. Ну, пойдем. Она крест сожрала, кстати. Два раза, два раза. Может, это Димон? Димон, это ты. Ну, вообще арба не видно, да. Типа, очень слабый Димон, который решил... Ну, Димон не покушал кашу. Мне лень, я не буду на 70% вас
Кровать. Да. Кушайте лекарства. Лимон какой-то такой. На всякий случай. Нет, ну может его, конечно, настолько сильно крест затриггерил. А что, у нас больше боговушек нет? Меня только осталось. Не, мы же две использовали и две на руках. Какой черт, не ради, давай. Не, я пока только с улицы постою. Не светите только. Ага. Хуй там, с улицы не видно. Хитро. Даже не поставить, прикиньте. Хоть, сука. Давай, с улицы. Поставила? Да. А где радио? Радио валяется вон же, вон, под свечкой, возле свечки, возле свечки. Ты здесь? Ты рядом? Дело в том, что мы тут стоим. Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Мне кажется, он здесь. Где? Он переехал. Сюда, сюда. А точно есть минус? Почему? Минус, минус перед... Вот, минус возле меня. А ну уйдите тогда отсюда. Ты здесь? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты молодой? Ответь, пожалуйста. Ты старый? Ты добрый? А здесь? Еще раз крест надкусил. Где? Может, реально Димон? Ну нахуй. Может, реально Димон, смотри, крест еще раз надкусил. Тот, который я принесла, да, новый? Да, да. О. Сейчас, если он его еще раз надкусит, новый, то мне кажется, что у нас победитель. Уснувший Димон. Не, ну мы можем, конечно, еще послушать в гараже, вы посидеть. Кого? А, извините. Мы можем, конечно, послушать в гараже еще. В гараж? Ну пойдем, побежим. И два раза. И сразу начал двери за нами щелкать. Че, говорит, попались? На нервах играет гад. Марша! Марша, до! Какой ужас, супер! Торчишь из нашей стены. Еще раз так сделай, еще раз так сделай. Ивент. Прям здесь. Красненький какой-то. Еще раз так сделай, Соня. Шепотом. А так как? Не понял, что в гараже? Не надо дверь открывать, не надо. Не надо. Эй. Опять эти приколы. Я благовонием в лицо кинул. Зачем? А, ты зажжённый кинул? В смысле, он дверь открыл, да. Ну ты меня спас. Походу. Так, пошли отсюда. Это мирился. Это Дмитрий Константинович. Эй. Съел распятие? Да, 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 съел. Да? Дмитрий Константинович, точно. Да. Димон! Офигеть! Ну, это было сложно. Димон! Поехали. Поставили же, да? Да. Я руку свою поставил. Опять? Вечно где-то руки свои оставляет. А вот, Илья, говорили тебе, не совай руки, куда попало. Не надо. Димон, офигеть. Ну это было сложно. Потому что, видишь, он себя никак не проявлял по факту. Вообще.
Хорошо, еще. Давайте еще в этот. Как много денежек дали, а как много опыта дали? Ну потому что опять мы там два дейлика выполнили. Угу. Прикольно, да, что сейчас за дейлики дают задание. Ну, типа прям денежку дополнительную в катке. Сразу. Угу, да, да, показывают. У нас орб летит слева. Да. Так, все добавили, да? У меня косточка появился. Череп какой-то. Блин, ну прикольно, кстати. Прикольно. Мне кажется, они сейчас как-то более логично стали работать, что ли, призраки. Вот оно подгрызает распятие, и ты прям сразу понимаешь, что, скорее всего, это Димон. Из этого, из этой пачки, я имею в виду. Это прям, ну, хорошо прям. Ага. В игре я говорю. А вот не говорю. Сыграйте безупречные раунды. Надо понять, что это значит. Ну, это, кстати, да, очень странно. Типа, что такое безупречное? Это, наверное, все-таки реально спидран. Спидран, спидран, где ты нашел кость, выполнил все задания, да, все-все-все нафоткал. Так, 25 свидетель сфоткать. Окей. И вот что мне брать? Возьму крестик. Так, зеркало, карт нет. Шкатулка у нас. Шкатулка уже третий раз сегодня, кстати. Это уже открылось. Е. Что-то упало. Е. Не знаю. Сторон. Женский свободный. Косточка нашлась. Так, в подвале делать нечего. Занято. И в подвале тоже. Значит, на первом этаже. Фигурки. Ну, конечно, Илья зашел в гараж и даже не открыл. Коридор, что ли? А, я его не заметил. Фоткал. Блин, он же новый сейчас. Опять коридор второго этажа? Комнате. Есть шкаф. Ага. Орпа вроде нет. Ты когда так говоришь, я вспоминаю первое название интернета. Ты же знаешь, какое первое название интернета? Какое? Арпанет. Я теперь скорее так буду говорить. Арпанет. Подождите момент. Нож пачен, никто не вечен. Да-да. Да, блядь. Кодовая фраза теперь будет навсегда. Алло, что-то по призраку у нас сегодня будет вообще? Что-то я не поняла приколов. Как тебя там по батюшке? Волтер, а ты где, Волтер? Вроде реально коридор, он тут скрипит. Опа! Скрипит, оп, что-то открыл. Коридор? Что открыл? Коридор! Коридор! Ой, коридор! Да где, блядь? Вот он. Дай, блядь! Это ивент такой был, что ли? Это бой. Да, прозрачный за тобой прям шел. Охуеть, как страшно. По-моему, коридор. Опа, четыре. Вот тут температура 12. Ай, выходи. Подожди. Может, в этой комнате все-таки? Нет, тут 19. В этой комнате? Ты где же он, блин? 15. Вода, где вода? Дальняя комната. 5! 3. 5! 5! 5! 5! Это здесь, да.
Кто о чем? Софья про температуру, я про МП. У нас о баке, 6 отпечатков. А где Фотик, где? Иду. Я не знаю, вот у нас 6 отпечатков. Покажи мне. Нихуя не видно. Подвинь влево. О, нормально вижу. Есть отпечатки. Стой! Подвинь вправо немножко. Стой! Чуть-чуть. Все. Превьюшка есть. Чё? Можем уезжать. Заставляю тиммейтов рисковать жизнью ради превьюшки. Так, у нас... Превьюшка в печень никто не видит. Короче, берите новый фотик, берите благовоние, пошлите сливать этот и фоткать чувака нашего. А кто у нас? Шкатулка опять? Да. Нормально. Да. Сейчас поставим там и в джинсы побежим. А у нас света нет, зашибись. А нет, есть. Так, ты ставишь? Давайте тут ставить тогда, да. Вы да, готовы? Ставь. Готовы. Да. Софья, ты? Да. Где он? Вон она. Блять! Я сразу зажгу. Ай, пустите! Какая щелочка маленькая. Так, следим за дверьми. Чисто такие бежим с Ильей вдвоем, застреваем в дверь. Было смешно, да. А, мы, кстати, могли Соль еще нафоткать. Могли, но не будем. Но нам, по сути, осталось только выжить и... Ты дурак, что ли? Осталось только выжить и выжить. И чуть-чуть сойти с ума. Чуть-чуть, ну тогда посидим еще. Ну, у тебя, скорее всего, ноль уже. А у нас Софья чуть-чуть побольше. О, выполнили, побежали. Чисто не обманула вообще. Софья, идешь? Идешь. Ну что? Поехали, да, сделаем последок еще вылу. Выгл. Ту-ту-ту-ту. Да. Едем. Вылу. Да. Блин, ну прикольно. Мне кажется, что Фазма после обновления стала гораздо лучше. Потому что они, ну, прям пофиксили. Потому что вот Абака, вот тебе 6 отпечатков. Да, только у меня рука постоянно остается. Ну, это уже неизменно. Нормально, денежку дали. Даже без фоток этих ног. Нормально. Блин, реально сейчас 4 уровня поднимается за катку. Не пришлось. Не упали в ноги призраку. Катя, готов? Да, я же нажала. Вот они вот это еще должны пофиксить. Оно как будто, знаешь, как перещелчок у Мары. Ты нажимаешь, готов. Он такой, не готов. Это я решаю, когда ты готова. Звуки. Направленный микрофон. Свидетель. Сбежать. Прикольно с этим направленным микрофоном, конечно. Он раньше вообще никогда не нужен был, да? Потому что банши не дает нормально. А сейчас прям популярный станет. Да? Никто со мной не разговаривает. Да. 100%. Я бы хотел... Да, шкатулка. Опять?
Вот, вот что они не пофиксили. Ну, раньше очень много раз контур выпадало. О, свет. Да, блядь. Там где-то щелкнула дверь. Так, свет есть. Сюда, сюда, посмотри. Пики! Пять. Вон, сзади, сзади. Не двигаться никому. У меня нет фотика. У Софи есть. Я за фотка. Отлично. Такой, где, говорит, я? Алло! Такая, никому не двигаться, блядь. Короче, ЕМП-5. Ага. Он как будто в коридоре. А тут прятка есть в левой комнате. Я пошла по кость найду. Всё, есть задание. А я вам скидывала сегодня, да, про эти кошачьи предметы, вы поняли, да? Кому это посвящено? Не, я не видел. Это посвящено, короче, ну, погибшему котику одного из разработчиков. Да. Так, в гараже прятка только справа. Окей. Реакция мыла. Сейчас Илья что-то сказал, я не поняла, что он сказал. Сказал, как это мило. А-а-а. Я думаю про себя, что за мыло? А мы что, все задания, что ли, выполнили? А, нет, сбежать осталось. Сбежать только. Ни у кого там нет фотка, да? Кого нет? Фотка свежего. Нет. Я пришла сыпать соль. На рану? Он вообще где? В коридоре? По-моему, в коридоре. Ну, вроде бы. А мы не поняли, где он? Нет. А он в комнате? Блять. Какой? Ну, в той, где джинсы. Нет? В коридоре? Нет. Да. В коридоре, да. Сейчас я с фотиком прибегу. Беги, женщина, беги, беги! А, Илья, самое интересное, котика тоже звали Уиллу. Но он был еще до того, как Си-Джей пришел в разработку игры. То есть так совпало просто, что дом... Какая? Синяя? А ты там что-то бросила? Что я бросила? Ну, типа, соль надо заново сыпать? Да. Ой, отпечатки могут быть же. Подожди. Я возьму. Я взял соль. Да, ну пошли. А нет, нет отпечатков. Хотя он, хотя он тронул этот ноутбук. Отпечатков, по-моему, в первый раз не было. Да. Пиздец, ты что кидаешься? Ой, рядом. Интимный момент. Ты молодой. Ты старый. А косточку мы находили? Ты добрый. Да. А-а-а. Ты злой. Ну что там, наступил, нет? Нет. Тут 2,5 градуса. Наступил. Есть. Это не мираж. Это хорошо. По кровати не ходи, ну что такое? Взял по кровати. Давай, прошел. Я поговорю еще раз. Давай. Нет. Ты здесь? Да, блин. Пока. Ты здесь? Ты рядом? Сколько тебе лет? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Так, у нас пока ЕМП-ха только, да? Да. А, ну чисто теоретически может быть Гарё, да? Ой, прикольно. А как сейчас фоткать Гарё на лазерном? Через экран вот этот? Нет, через экран вот этот, по идее, должно быть. А, нет, здесь фотик не работает. Ну вот именно. Заебись. Это как
Из соседней комнаты стоять, если только смотреть. Типа того. Вот это они, конечно, весело придумали. Ну что, вы там не видите? Mm-mm. Не бегает? Mm-mm. Я ушел. Не бегает? Так. А дух? Джин, тень, они, горе, близнецы, абака, радио, мюль. А что ты с ним по радио-то разговаривал? Не надо было, да? А, на близнецов надо было, все, сорян. Я просто помню, что у Миража радио, я поэтому подумала, что типа раз у нас шаги, вот это все. У нас же близнецы еще с радиоприемником. Так, ну что-то как-то не густо. Так, таблеточку, пожалуйста. Ой. Так, что дают? Блокнот, может, еще один отнести ему? Пусть почитает. Попробуй, может, поговорить, может, у тебя получится. А, я пока еще микрофон даже не настраивала. Мяч покатил. От греха подальше. А у нас может быть тень ебаная? Нет. Нет? Да. Почему? Может быть. А, у нас же что-то есть. Может. Ой, блокнот пишет, у нас тень ебаная. Дух, миллинг или тень? Сейчас принесу вам блокнот. Похоже на тень, наверное, да. Давай. Заебись! Оно теперь так не работает? Ну, прикинь? Пошли, я с тобой. Вот, вот здесь, вот. Его теперь только в доме можно разложить? Офигеть. Смотри, хитрожопые какие. Да. Мне нравилось кидать блокнот раскрытым на этот. Вот сюда вот. Не, ну ты понял, они специально это сделали, чтобы нельзя было сфоткать на улице. Чтоб типа ты, да, это чтобы не хитрить. Типа раньше-то мы на улицу выносили и фоткали, а сейчас нельзя так делать. Так, ладно, ну чё, давайте тогда идти сбегать. Чё мы смотрим? Может, уже ничего не будет. Да, надо сбегать. Надо проверять действительно на мюллинга, мы можем только проверить. Потом, если это не мюллинг, мы можем сделать проверку на духа. Ну да. Хотя у меня есть подозрение, что это все-таки тень ебан. Пошу. Шкатульки. Ну ставь все это, да, у этого и побежим в левую комнату или в коридор. Ой! Ой, блядь! Ой, пиздец! О. Игрушка! Умерла? Да? Да. Охуеть. Вот сейчас приколы пошли с этими игрушками. Смертью. Да, бежим. А в левую комнату? Или в гараж. Гараж. Так, а тут прям зажигаете? Не-не, пойдем сюда. Не, там. Страхую. Тебя ты зажигалку, конечно, скинул. Лучше бы фонарь убрал. Я тебе свет зажгла. Ага. Да все, зажигай. Так, ладно, вы готовы, да? Давай! Входите. Иди сюда, куда ты? Я зажгу. Давай. Так, у кого там есть зажигалка, держите, я вам благовоние под ноги брошу. Мюллин? А ну позови его. Эй-о. Призрак. Да, Мюрин. Вообще не слышно, вообще в упор. Да, точно. Ну, сейчас уже слышно, да. Причем близко подошло. Прикольно. Ой. Я слишком палевно сижу. Бля, это плохо. А, ну вот, у нас сбежать засчиталось, пойдемте. Хоть так можно узнать, что закончилось задание. Блин, а теперь надо игрушки спасать до того, как мы умерли. Точно. Теперь все призраки, понимаете ли, игрушкам головы сносят. Не только... Раньше демон в основном. Книжка так красиво лежит.
Ну-ка, сейчас я композицию сделаю. Ну, ой, Софья, отойди. Еще, 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 еще. Во, нормально. Сейчас зажигалку еще надо кинуть. Хорош. Композиция. Все. Да, да. Ой, ладно, я уже все. Да-да, мы где-то полтора часа поиграли. Час двадцать. Полтора, мне кажется, час просто. Они реально пофиксили это. Они реально пофиксили всех призраков и поведение всех призраков. Мюллинг теперь настоящий Мюллинг. Это здорово. Ой, какой у меня уровень прекрасный. 884? 888. А у меня было 884. Потому что выходить надо не рано. Так, у меня челюсть и череп. А еще маленькая косточка. А еще зеркало откуда-то появилось. Шкатулка. Кукла. Свечки. Доска. А что не хватает? Карт не хватает. У меня карты пропали. А я вообще как будто в твоем лобби осталась, а не в своем. А прикиньте, а у меня нихуя нету.